В Варшаве во время пожара погибли 6 человек. Спасатели обнаружили несколько газовых баллонов. Их пришлось оперативно охладить, чтобы избежать взрыва. В Варшаве в деревянном доме на территории одной из промышленных зон произошел пожар, в результате которого погибли 6 человек. Об этом сообщает ТВН24 в среду, 26 декабря. Отмечается, что площадь возгорания составила 25 квадратных метров. Спасатели обнаружили несколько газовых баллонов, которые пришлось оперативно охладить, чтобы избежать взрыва. Всего в тушении пожара принимали участие 32 человека. Тела погибших были обнаружены уже после того, как пожар потушили. В полиции считают, что погибшие были бездомными. Причину пожара пока не установили. Ранее в селе Яблуница Ивано-Франковской области сгорела гостиница «Простоквашино», погиб один человек. Обслуживающий персонал эвакуировал постояльцев до прибытия спасателей. А в Запорожской области в результате пожара в частном доме в селе Чкалово Приазовского района погибли 2 человека. Новости от Корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://teamikorrespondent.net. По материалам сайта newsgra.com.